Всем хай! С вами Юджин, и добро пожаловать в космическую игру Observation. Я не уверен, насколько меня еще хватит. Они просто там зависли. UC-02 сейчас герметизируется. Давай попробуем установить контакт с ними, если, конечно, там есть выжившие. Оно очень плохо выглядит. У нее глаза уже такие тяжелые. Как вы помните, была еще одна космическая станция в прошлом выпуске. Я понимаю, что это все звучит бредово, и ты, скорее всего, ответишь мне что-нибудь невнятное, но я рада, что ты здесь. Так, хорошо, что ты здесь. Системы администрирования и обслуживания активны. Я должен ответить ей в ответ? Короче, да. Какая-то другая станция прилетела к нам. Совпадение возможно. Я здесь, Эмма. Да. Ты здесь, не так ли? Сэм, голосовая идентификация еще разок. Окей. Доктор Эмма Фишер, 140412. Анализ. Совпадение не обнаружено. Принято. А почему не обнаружено? Я не понял. Так, хорошо. 14 февраля 2026 год. 6 часов после инцидента. Системы коммуникации активны. Так, все работает. Давай посмотрим. Нужно еще кое-что сделать, если мы хотим хоть с кем-то поговорить. Внешние коммуникации вроде в порядке, но панели направлены не в ту сторону. Поэтому, чтобы подать внешний сигнал, нам нужно сделать две вещи. Слушаем внимательно. Первое. Направить панели в сторону гипотетического расположения других станций. И лаборатория астрофизики нам в этом поможет. Второе. Мы не сможем подать сигнал без кода авторизации капитана. Я стану капитаном теперь? Он должен быть в его личном модуле EA-07. Ага, хорошо. Узнай код авторизации и передай его мне, чтобы я могла ввести его в систему. Но вот настроить панели тебе самому придется. Если появятся какие-то новые уведомления, дай мне знать. Я, возможно, смогу что-то починить. Ясненько. Да, тут такой момент, друзья. Я вижу, что выпуски по этой игре наихудшим образом заходят на нашем канале, что удивительно, если честно. Потому что у меня есть две теории. Первая — это... Нет, даже, их даже больше, возможно. Сейчас я буду накидывать вам. Первая теория — это то, что просто игра не нравится большинству. Вторая теория — это то, что люди, возможно, не видят и выпуски по этой игре, потому что YouTube и всякие алгоритмы сейчас все на них жалуются, и я в том числе буду с ними жаловаться также. Третье, вы сумасшедшие, наверное. Эта игра очень крутая. Я не знаю, что она, почему так она слабо заходит, но я буду играть в нее до конца. Не знаю, мне она нравится просто и все. Мне интересно. Поэтому похрен на цифры. Да? Да. Окей, понеслась. Смотрим наши... найдите идентификацию. Значит, первое, да, конечно же, в 7. EA-07. Ой, где там наш EA? EA-07. Переключаемся. Щит! Ага. Оповещение. Давайте-ка дадим... Эмма, мне не удалось подключиться к камерам в EA-07. Странно. Может, Джим их выключил? Релокация. Давай. Должно работать, теперь проверяй. Да, мы здесь. Я, по-моему, уже здесь был, да? Хорошо, найти идентификационный код. Давайте его искать. Выйти-ка искать. Сейчас сначала все прошарим именно с камеры А, и только потом двинемся на следующие камеры. Я не думаю, что они все прям положатся. Смотрите, вот ноут лежит, и он выключен.
Давайте перемещаться. О, как тут все жестко. Смотрите. Y, X, Y. Системы соединены. Дже, домой, удачи тебе. Сообщение домой, сам. Доброе утро, боец. Я надеюсь, у тебя все хорошо. Просто хотел пожелать тебе удачи на экзамене. У нас тут кое-что происходит. Надеюсь, скоро я тебе лично расскажу, как все было. Почему мне снова пришлось уйти? Скажи маме, что я скоро буду дома. Люблю вас. Все, Сэм. Все, никак не могу говорить Сэм. Я знаю, что они говорят Сэм. Но написано Сам, а мне читается Сам, короче. Но Сэм поприятнее, конечно, звучит. Ага. Угу. Еще один ноут. Тут два. Опа, вот она. Вот это. Мне нужен этот код. I need the password. Where is the password? Вот документ. Продукт. Краткое изложение ежедневных наблюдений за отметкой. Выпущено 15 февраля 2026 года. Подготовлено контрольной ЕАК группой наблюдателя. Центр исследования отметки. Краткое изложение наблюдения за отметкой. Данное о состоянии Солнца 17 февраля 2026 года. 1630 UTC. Если честно, не знаю, что это значит. Общие характеристики местоположения маркера. Гелиоточка. Точка магном датыш. Ага. Конец отчета. Данные недоступны. Заключение. Действовать согласно плану. Намеченной датой остается 18 февраля. Подтвердить. Члены команды. Джим Элиас, Уильям Стаффорд. Группа надзора над наблюдателем. Окей. Медали прям какие-то всякие. Вот его сынишка. И младшая дочурка, видимо. Стоп, а ноутбук? А, это все тот же ноут, а? Окей. Давайте, камера 3. Хладогенератор. BBA. Системы включить. Ага. Активен, переключить. Хорошо. Это мне ни к чему, да? Что дает это мне? Получит целая пачка ноутов. Левитирует здесь. Ну, не знаю, может быть, мы можем как-то... Опа, что это? Это портрет. Фотография Джима Элиаса с выпускного в ЯКО 2008 год. Ну-ка, раз... Данные восстановлены? А, это не то. Хорошо, эту розетку нельзя включить. Следов кода пока не обнаружено. Ну, давайте, пожалуй, вот эту штуку разблокируем. Не понимаю. Удерживайте, чтобы добавить системный... Ну, я жму. Ни хрена не работает, прикиньте, не работает. Погодите, вот еще ноут. Ах ты, говнючище. Давай, соединяйся. Блин, тот же самый ноут. Graduation написано здесь. Что это может значить? Graduation — это типа выпуск. Может быть, год выпуска является кодом? Вот, смотрите, фотография с выпускного. 2008 год. А давайте-ка попробуем. Так, 2008. О! Код предвестник 1. Кажется, это код миссии. Предвестник 1? Код миссии был другой, Сэм. Что еще за предвестник 1? Ну, этот код хотя бы сработал. Она там даже не стала озвучивать, да? Странно. Хорошо, он сработал. И сработал. Найти координаты спасательной станции на панели для астрофизических измерений. РУС 04. Перемещаемся. РУС 04. Движение. Здесь движение! Опять ты! Продолжаем. Сейчас пообщаемся с ней.
зачеркнутый квадрат в кружочках, знак Инстаграма. Потом еще какое-то говно. И круг, большой круг. Значит... Вот это. Потом... Эй, потом вот это. Правильно, я не ошибся нигде. Принять. Ну, и что не так-то? Я правильно сделал. А, ну да, все, он просто еще раз повторил. Мы все ближе к ней. Запоминаем. Сейчас будет 4 символа. Бесконечность. Ага. Трехмерное пространство. Кубики на одного кубика напали. Бесконечность. Трехмерное пространство. И кубики напали на одного. Это мой метод запоминания, если что. Я стараюсь придумать хоть какую-то ассоциацию, и тогда проще запомнить. Вот, видите, мы все ближе к ней. Иди сюда. Итак, сейчас будет 4 точно. Отскочивший мячик. Кружочек в квадратиках. Клюшка. Зачеркнутый Инстаграм. Отскочивший мячик. Вот эта штука, клюшка и... зачеркнутый Инстаграм, есть. Что ты нам поведаешь? Да что такое? Что она пытается сделать? Я должен сообщить об этом. Эмма, блин, мне страшно. Панель астрофизических измерений. Итак. Изображение ближнего поля, изображение дальнего. Отправить данные в систему. Координаты доступны в системе коммуникации. Ну хорошо, давайте смотрим. Загрузка. Давайте отправим. Хорошо, а дальний? Оу. Так, стоп, отмена. Найти координаты спасательной станции на панели для астрофизических измерений. Координаты. Координаты. У нас я ближний еще раз посмотрим сейчас. Так, ага. Выбрать недоступно, хорошо. Давайте попробуем, не знаю, дальнего поля. Я пока не понимаю, что это за... Айди... Стоп, стоп. Что это было? Вот, вот, секунду. Отправить. Координаты доступны в системе коммуникации. Данные переданы. Это все? Стоп. Вот сейчас было опять. Стоп. Данные объекта HD передадим. Данные переданы. Вот опять здесь. Хорошо, получается, мы это все сейчас передадим, все эти данные, и в систему коммуникации нужно будет зайти. Но это только в случае, если я правильно понял, как эта штука работает. Давайте посмотрим. Вот система коммуникаций. Получены астрофизические данные.
Ага, ага, хорошо. Передача. У елки зеленые. Требуются координаты панелей и ключ авторизации. Ну вот здесь написано текущее направление. Давайте попробуем его же и выставить. 0.21. Передача. Вот, смотрите, на изображении ближнего поля есть... Вот даже видите, прям очертания. И это спасательная станция данного объекта. Спуск право 16, 14, 22, 48, 11, 11. Давайте передадим эти данные. Блин, сразу и не поймешь, что делать. Данные мы передали. 16, 14, 22, 48, 11, 11. И... нам, по идее, нужно выставить, да? Сейчас это будет 14... 22. Да, вот, смотрите, появилось. Хорошо. 48... 11, 11. Тик. 48, 11, 11. Да! Фу, хорошо. Выберите канал экипажа, чтобы перемещаться между коммуникациями станции, внешними коммуникациями и так далее. Откройте канал, чтобы начать коммуникацию. Ну что ж. Давайте... Эмма. Выбрать. Внешний. Передача. Релокация. Сэм, отлично. Мы снова на коне. Ладно, была не была. Будь что будет. Давай, Эмма, ты можешь. Говорит доктор Эмма Фишер. Я нахожусь на борту наблюдателя. Пожалуйста, ответьте. Это наблюдатель. Я вижу вас. Ответьте. Если вы меня слышите, дайте знать. Выжила только я. И Сэм. It's just me left. And Sam. Она меня же живым считает. Я не знаю, как мы здесь оказались. Генератора вышибло, был какой-то шум, и вот мы здесь. Я полагаю, что вам все это известно, и вы здесь, чтобы нам помочь. Повторяю, говорит доктор Эмма Фишер, я на борту наблюдателя. Пожалуйста, ответьте. Еще одна... Тут целая куча таких станций, что ли, в итоге? Сэм, этот звук... Это входящее сообщение? Это должна быть спасательная станция. Это не может быть сообщение с Земли, слишком быстро. А прикинь, сейчас куча таких станций сюда прилетит, вот так же, из-за их. Так... Получено сообщение загрузить из окна коммуникации. Ну, то есть, вот так же, как наша станция из-за искусственного интеллекта полетела туда из-за какого-то таинственного, сводящего с ума явления. И вот все остальные точно так же. Так, входящие. Целых два сообщения. Сохранить. Зашифрованное сообщение. Необходим соответствующий протокол дешифровки. Сейчас. Сохранение в ядре памяти. Теперь доступна комбинация данных. Комбинирование файлов в ядре памяти. Хорошо, поперли в ядро памяти. Вот она. Комбинировать. С тобой? С тобой и оставшиеся фрагменты. Говорит Джош Рамон. Я на борту... Где я? Пожалуйста, ответьте. Я нахожусь в китайском модуле. Но я... Эмма, если ты слышишь меня, ты должна... Другую станцию. Он пытается... Эмма, прошу тебя. Он пытается. Он жив, я знала. Хорошо, в китайскую надо. Наверное, он перебрался туда после того, как мы видели Мэй. Когда спасательная станция прибыла.
Слава богу. Сэм, я направляюсь к шлюзу. Полезай в сферу, пойдешь со мной. Она выходит в открытый космос? Ой, блин. Я как-то видела фильм. Героям пришлось прыгнуть с одной станции на другую. Они воспользовались волной от взрыва модуля и перепрыгнули. Зачем нам взрывать что-то? Можно же просто нацелиться и оттолкнуться. И теперь, когда я сама в такой ситуации... Черт, из два я доверяю управление траекторией какому-то взрыву. Поэтому-то ты мне и нужен. Позвольте. Секундочку. Где сфера? Где моя сфера? Сфера. Вот здесь. Занять. Эмма? А, вот ты где. Давай, веди меня. Блин, тут так легко запутаться. Готов? Да, я готов. А, мне же нужно это сделать, да? Я сейчас все сделаю, Эмма, не волнуйся. Закрыть. Разгерметизировать. Пошли. Так, где тут? Где чертов? Где, будь ты проклята? А, вот. Релокация. Что за фигня? Я была снаружи станции только один раз. А тут еще это. Вот тебе и вомут с головой. Как же это страшно. Я не представляю вот это ощущение. Быть просто наедине с бесконечностью, с пропастью. Просто вот это... То, что вот это черное она видит, это просто тьма бесконечности. Окей, кажется, мы готовы к прыжку. Если я начну отклоняться, попробуй подтолкнуть меня сферой. Я не уверена в том, что риск себя оправдает, но лучше идей нет. Будешь моим якорем. Окей. Была, не была. Боже мой, это очень страшно. А, блин. Сейчас нас с собой, да? Что я творю, что я творю, Матерь Божья. Сэм, ты здесь? Спасательный корабль идентичен нашему. Они построили вторую станцию, прототип? Зачем им понадобилось две станции? Мы почти на месте. Сэм, вернись. Ты отклоняешь от курса. Пожалуйста, мне не дают управлять. Сэм, ты сейчас врежешься, Сэм. Да, твою мать. Я запутаюсь. Эмма, где ты? Осторожно, ты врежешься в модуль. Да что такое? Боже мой, пожалуйста, ну. Да. Ой, да, я добралась, Сэм. Никогда больше не буду так делать, осторожней. Фу, жесть. У меня же все пересохло во рту от нервов. Так, хорошо. Дай-ка я твой фонарик включу. Мы зашли, да? Есть. Этот модуль почти не используется. С ума сойти, дизайн просто идентичен. Мне всегда казалось, что они просто взяли секции других станций и выстроили их в наблюдателя. Кажется, питания совсем нет. Будешь моей путевой звездой. Путеводной. Я бы в любом случае предпочла тебя вперед пропустить. Пойдем вперед, тихо и осторожно. Окей.
Ты молодец, Эмма. Я горжусь тобой. Ты прям умница. Что ж, пошли. Странно. Костюм показывает, что в воздухе есть следы аммиака. Не буду снимать шлем, пока мы отсюда не выберемся. Ты где? Ты где? Что там, просто стоишь и все? Окей. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну-ка, щиток с предохранителем. Исследовать, в общем, нам нужно щиток. Исследовали. Исследование завершено. Потом. Нет ответа. А, ответить. У меня нет соединения с этими люками. Да, да, конечно, извини. Подожди немного, я попробую их отодвинуть. Сможешь? Давай. Есть. Спасибо, Эмма. Вот так. Пойдем дальше. Здесь все открыто, можно идти. Очень странно, вся эта идентичность. Вот тебе и флагман. Люк открыт, мы можем попасть в Universal. Джош, ты слышишь меня? Где ты? Здесь. Ноутбук. Работает. Дже, всем смиритесь. Сообщение для экипажа. Сэм, привет, ребята. Я знаю, что некоторых из вас завалили запросами от Хьюстона. Да, и я тоже хорош, чего уж. И всю прошлую неделю мы мешались у вас под ногами. Хотел напомнить вам, что у вас у всех есть определенная роль здесь, а раздражение ни к чему не приведет. Раздражение приводит к осечкам, это я точно знаю. Как вы все уже догадались, некоторые детали этой миссии не для вашего уровня допуска. Больше не могу сказать. А теперь, пожалуйста, сконцентрируйтесь на своей работе. Вот оно что. Вот он, значит, когда? Ау. Исследовать, окей. Продолжаем. Эмма. Ты где? Не знаю, где она. Ответить. Экипаж станции пострадал. Бог мой. Это... Боже. Ладно, я пошел дальше. Еще один ноут. А, нет. Это чемодан. Что должен найти здесь? О, смотрите, окошко. А вон и Сатурн. Вы представляете, какая площадь вот этого урагана на самом деле? Просто невообразимо. Очень страшно. Масштабы просто поражают. Стоит только вдуматься. Забавно, что есть люди... И, возможно, вы один из таких, которым вообще нет дела до космоса. И не хочется вообще ни капли об этом думать. И мне просто всегда было интересно, почему... Как может быть такое, что это не завораживает и не интересует? Не то чтобы я там осуждаю и так далее. Просто мне всегда любопытно было. Когда ты видишь что-то... Это все равно, что для меня, не знаю, видеть перед собой огромного гиганта и... Ну, и не думать о нем, понимаете, когда ты видишь его перед собой. Хотя, возможно, потому что космос, он не маячит перед глазами. Он там, за небом. Ну, и есть он, и есть. Но, не знаю, как вы, я всегда, когда смотрю на небо, я вижу бесконечность, которая за ним находится, которую оно скрывает. Забавно, да, как мир устроен таким образом, чтобы все было, вот, для нас закрыто. Максимально комфортно, чтобы нам жилось, чтобы мы были, как сказать,
в каком-то своем мирке и не задумывались. А люди взяли и задумались в итоге. Ха-ха-ха. У меня нет соединения с Unit 3, Люк ESV, Эмма. Мне нужна твоя помощь. Да, уже иду. Откуда ты идешь? Ага. Мне так хотелось бы попробовать невесомость хоть раз. Не открывается. Молодец. Что там? Что это за ерунда? Это будто твою мать, что это? Ай, Эв, я вперед. Не бойся, я иду. Тут это субстанция, да? Ау. Грубо. Ну ладно. Включен? Нет. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я пошел туда первым? Да, окей, хорошо. Как скажешь. Сэм, не останавливайся. Боже мой. У меня кровь в жилах стынет. Да, 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 да. Но у меня от вида. Сэм, что за... Что, с ноутбуком? А, вот. Этот ноутбук принадлежит доктору Эмми Фишер. Чего? Он не мой. Дай сюда, тут сообщение. Чего? Почему? Как? То есть и экипаж дублирован, говорит Эмма Фишер. Я на борту наблюдателя. Я не знаю, кто еще со мной, но нам нужно держаться вместе, если мы хотим выжить. Я не знаю, где Джим. Я попробую запереться в UC-02. Если сам сможет его для меня открыть. Джош, здесь еще одна станция. Она такая же, как наша. Что происходит, черт возьми? Пожалуйста, прошу, найди меня, Джош. Пожалуйста, я тебя люблю. Это не я, Сэм. Не может быть. Твою мать. Здесь есть еще одна Эмма? Это не другая станция. Это наша станция. Дерьмо, свет. Юнит 6, ну же. Что за временной ад? Другая станция. Исследовать. Было следовать. Было исследовать, а теперь следовать. Эмма, блин, у меня шок. Компьютерный шок. Джош, Джош. Это ты? Джош, подожди. Давай, давай, я с тобой. Джош, это Эмма, ты куда? А, сейчас всю сферу отобью. Стой, Эмма. Я не могу ускориться здесь. Прямо, Сэм, не тормози. Да, я не могу ускориться. Черт возьми, он убегает. Сэм, торопись. Он направляется в Рус 06. Ау. Тут не протолкнуться. Давай, давай, я готов, я готов. Давай, ты сама не тормози. Я... Сэм, это Джим, не Джош. Твою ногу. Дерьмо. Окей. Он мертв. Меня слышит? Зачем вообще он мертв? Мы видели его. Капитан. Джим. Сэм, посвети-ка, осторожней. Сейчас, секунду, дайте я по-нормальному встану. Включить свет. Куда? Куда свет? К
Куда тебе включить гребаный свет, Эмма? Эмма, ты в порядке? А, вот, все, я в руку ей встал. Визор запотел, он умер не так давно. Все, что происходит... О! Эмма. Это ты? Да, это я. Я здесь. Я тут. Быть не может. Как ты смогла вернуться? Ты о чем? Я видел, как ты вышла наружу без костюма. Ты не можешь быть здесь. Зачем мне выходить наружу, да еще и без костюма? Потому что он открыл долбанную дверь. Охренительная игра, просто я не знаю, как она может вам не заходить. Это же просто офигеть, она, каждый ее эпизод заканчивается как эпизод сериала, такой жесткой интригой, что мне же хочется дальше в следующую серию включить и смотреть самому. Ребят, если вы кайфуете, то обязательно ставьте лайк и оставайтесь со мной. Очень скоро будет следующий выпуск по этой игре. Блин, я пройду ее до конца, пусть хоть будет 10 тысяч просмотров, плевать. Короче, огромное всем спасибо, что посмотрели. Если вам понравилось, то вы знаете, что нужно делать. Если вы здесь впервые, то жмите кнопку подписаться, колокольчик жмите. И не забывайте про мои соцсети ВК, Инстаграм. И что у меня еще есть? Кажется, это все. Это все, по-моему, да. Ну, в общем, все, что там есть, оно будет в описании. Заходите обязательно, станете ко мне гораздо ближе. А я ближе к вам, соответственно. С вами был Юджин, и всем пять!